Добро пожаловать! Вы смотрите канал Sunlight Gadget, с вами я, Артур. Очередная посылка из интернет-магазина GearBest. Этот ролик я пытаюсь снять в пятый раз, но что-то у меня не получается. То со звуком проблема, то с картинкой проблема, то вообще видео исчезает. Надеюсь, на этот раз все получится. Получил мини-ПК. Android TV, Google TV, кому как вообще нравится. Здесь модель U-Box 4K. То есть можно смотреть 4K видео на этом мини-компьютере. Это все. Я надеюсь, мы попробуем и увидим, правда ли это. Вот посмотрите, вот такое мини-ПК. Спереди у него ничего нету. Сверху U-Box 4K написано. Здесь должен быть индикатор, который горит двумя цветами. Красный и синий. Снизу у мини-ПК есть резиновые ножки, чтобы не скользило. Слева ничего нету. Справа два полноразмерных USB порта. Здесь микро-USB разъем. И сюда можем вставить SD-карточку полноразмерную, не микро, а вот посмотрите, большая SD-карта сюда идет. Сзади вот кнопка включения-выключения. Сюда можем подключать питание. У нас есть вход, нет, это выход HDMI. Вход HDMI, LAN-порт и какой-то... это оптический порт. Вот так выглядит наш мини-ПК. Давайте посмотрим, что в комплекте к нам приехало. В комплекте есть пульт управления с ИК-портом, HDMI кабель полноразмерный, блок питания 5 вольт, 2 ампера и OTG кабель. К OTG кабелю можно подключать любое USB устройство. И вот такая вот картинка, мануал. На этом объявляю распаковку закрытой. Я сниму, как работает этот мини-ПК. Я сниму отдельный ролик. А на этом всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, поделитесь этим видео в соцсетях. Будьте здоровы, мир вашему дому, всем пока!